Всем привет, меня зовут Костя Фолстон, и вы на моем канале сегодня понедельник, а это значит, что настало время обсудить самые-самые новости за прошедшие выходные, и не только. В этом выпуске вы узнаете о том, почему же Барса так стремительно катится на дно и кто в этом виноват. В очередном рекорде Ман-Сити и его трансферных планах узнаете о новом невероятном достижении Холланда в Бундеслиге и о том, как же закончилась победная серия Ливерпуля. Ну что, поехали! Ребят, я, конечно, футбольный блогер, но обойти стороной новость о смерти легенды баскетбола Коби Брайанта было бы, ну, просто преступлением. Знаменитый спортсмен погиб при крушении личного вертолета 26 января в Калабасасите, далеко от Лос-Анджелеса. Вертолет вылетел из округа Ориндж в направлении города Таузенд Окс. Перед тем, как разбиться, он в течение 15 минут сделал 10 кругов над городом Глендейл, затем врезался в холм. Чуть позже стала известна еще более страшная новость. Вместе с ним в вертолете находилась его 13-летняя дочь Джианна. И тут я даже не знаю, что хуже, смерть легенды спорта или девочки, у которой вся жизнь была впереди. Мои соболезнования семье Брайант. Кстати, соболезнования Коби и его семье успели выразить футболисты. Так Месси на своей странице в Инстаграм написал следующее. «У меня нет слов. Вся моя любовь сейчас обращена к семье и друзьям Коби. Было приятно дружить с вами и проводить время вместе. Вы были гением, а таких очень мало». Также в Инстаграм свои чувства выразил и Криштиану Роналду. «Так грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джианны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии. RIP-легенда». Ну а теперь давайте вернемся к футбольным новостям. Помните, как в той сказке дед бил-бил, не разбил, а потом прибежала мышка и волшебным образом вдребезги разнесла яйцо. Но вот в составе Барсы в матче против Валенсии такой мышки не оказалось. Ну а в роли деда в этой встрече был Лео Месси, но об этом чуть позже. Сейчас я хотел бы вместе с вами понять, почему же Барса снова потерял очки и кто в этом виноват, если в этой ситуации вообще можно найти крайнего. Хотя... судя по практике, виновный найдется всегда, был бы повод. Так вот, после этого поражения каталонцев в 21-м туре Ла Лиги, все шишки, естественно, полетели на главного тренера Барсы Кики Сетьена, и очень даже зря. Ну смотрите, давайте рассуждать логически. Сетьен никогда не работал на топ-уровне с командами такого ранга, как Барс. Верно? Верно. Вряд ли вы назовете таковыми Лас-Пальмас или же Бетис. Мужика пригласили посреди сезона в команду, которая на данный момент реально испытывает проблемы. Ну скажите, разве мог Сетьен помочь тому же Гризману быстрее влиться в коллектив каталонцев, если сам футболист этого не смог сделать за полгода? У француза явные психологические проблемы и, если верить слухам, непростые отношения с самим Месси, который хотел бы видеть возле себя Неймара, а не бывшего лидера Атлетика. Плюс ко всему, Сетьен пришел в команду тогда, когда она была лишена своей главной ударной силы Луиса Суареса. Если что, поправьте меня, но по-моему, Суарес по своей значимости второй или третий в команде после, сами знаете кого, и, пожалуй, Терштегена. Что ему делать с нападением, когда с ролью наконечника явно не справляется Гризман, а Месси уже отвык от этой функции, переложив всю ответственность за голы на плечи Суареса. В том же матче с Валенсией мы увидели, что Месси не так уж и хорош без поддержки уругвайца. Против летучих мышей Лео повторил собственный антирекорд, нанеся по воротам соперника 11 ударов и ни разу не забив. Вот вам, кстати, и дед, о котором я говорил в начале. Сетьен пытается найти выход из этой ситуации, поэтому в новостях вы все чаще можете видеть инфу о том, что Барса интересуется то Абамьянгом из Арсенала, Мартинесом из Интера или даже Оливье Жиру. Тренер ищет выход, и за это ему мое уважение. А вот уважение Гарри Линекеру пропало. Бывший форвард Барса, а ныне эксперт на ТВ, после поражения от Валенсии в своем твиттере написал «Сетьен аут». Ну как так можно? Первое поражение и сразу в яму. Ох уж эти эксперты. Так что, по-моему, рано, товарищи, рано хоронить Сетьена. Ой, как рано. По крайней мере, он этого еще не заслужил.
Народ, и по старой традиции, небольшой такой маленький интерактивчик для вас. Я надеюсь, что у меня на канале собрались серьезные футбольные эксперты, поэтому предлагаю вам ответить на такой вопрос. Кто из ныне выступающих футболистов играл хотя бы в 4 из топ-5 лиг Европы? Если что, это Лига Франции, Англия, Италия, Испания и Германия. Свои ответы пишите в комментариях, а кто назовет больше игроков, попадет в мой следующий новостной выпуск. Так что жду. Из Испании перемещаемся в Англию. Там Манчестер Сити быстрее всех команд топ-5 лиг Европы забил 100 голов в сезоне. Если быть точным, то сейчас на счету команды Пепа Гвардиолы 102 мяча. Последние 4 попали в ворота Фулхэма в матче 1/16 финала Кубка Англии. Это, конечно, все замечательно, но еще бы и пропускать поменьше. Вот, например, в премьер-лиге горожане допустили целых 27 голов в свои ворота. Ливерпуль, который идет на первом месте, чтобы вы понимали, пропустил всего 15. Ладно, возьмем даже не Ливерпуль, да те же Лестер и Шеффилд пропустили меньше Сити в премьер-лиге. У Лис 24 пропущенных, а у Клинков вообще 23. Поэтому радоваться тому, что ты забил больше всех в Европе, как-то не очень, когда у тебя такая дыра в обороне. Не зря в прошлом выпуске моих новостей я говорил о том, что Манчестер Сити интересуется защитником Интера Алессандро Бастони, который может сыграть как слева, так и в центре. Но там что-то итальянцы мудрят, не хотят его отпускать зимой. Видимо, набивают цену, а почему бы и нет? Сити может себе позволить переплатить за любого футболиста. И, кстати, уже давненько муссируется новость о том, что Гвардиола охотится еще за одним защитником, игроком Шахтера Николаем Матвиенко. Кстати, украинец тоже сможет сыграть как слева, так и в центре обороны. Интересно, что перехватить игрока у Пепа хочет его бывший ассистент и тренер Арсенала Артета. Так что посмотрим, у кого убеждение окажется сильнее, хотя я сам лично не верю в этот трансфер. Он, конечно, чисто гипотетически может состояться, но только смысла я в нем не вижу. Ну, как по мне, не тот уровень. Хотя о Зинченко тоже такое говорили, а парень пришел в Сити, выдержал конкуренцию и теперь является полноправным игроком, пусть иногда не стар, но с заявочного листа Гвардиолы так точно. Так что по трансферу Матвиенко время покажет. А мы едем дальше. Ну как я мог говорить о каких-то новостях, но при этом не сказать о рекорде молодого дарования Боруссии Эрлинга Холланда? Я знаю, вы ждали, что я об этом расскажу, и я вас не подведу. Так вот, если кто не знал, Холланд снова установил рекорд. На этот раз норвежец стал первым футболистом Бундеслиги, который в 2 стартовых матчах за команду забил 5 голов. В первом матче, если помните, Холланд положил 3-шку Аусбургу, а вот недавно забил 2-жды Кёльну. Короче говоря, сдает парень помаленьку. После этого невероятного достижения фанаты шмелей с кем только не сравнивали Холланда. В Твиттере то и дело появлялись фото схожести игрока с рестлером Броком Леснером. Потом все начали сравнивать новичка Боруссии со знаменитой статуей Криштиану Роналду, которая реально более похожа на Холланда, чем на португальца. Ну а всерьез люди задумались и о том, что неплохо было бы отойти от извечного противостояния Месси и Роналду и придумать новое. Например, битву за следующий золотой мяч между Холландом и Килианом Мбаппе. Как по мне, очень даже интересно будет за всем этим понаблюдать. Но опять же, не стоит перехваливать этого парня заранее, это я о Холланде, разумеется. Мбаппе-то уже показал свой класс в нескольких сезонах на высшем уровне, а вот норвежцу это все еще предстоит, поэтому шутки шутками, а забегать далеко не стоит. Всего-то 2 матча прошло, а из Холланда лепят не пойми кого. Хотя результаты у него и правда фантастические. А что вы думаете, кстати, по этому поводу? Ну, о том, что Холланд может вскоре затмить Месси и Роналду и стать новым королем футбола. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Вот мы и добрались до главной сенсации выходных. Ливерпуль впервые с 17 декабря 2019 года не смог обыграть соперника. Нет, в этот уикенд Берсисайс и Ниру бились с Реалом, Барса или Сити. В эти выходные прошли матчи 1/16 финала Кубка Англии, где Ливерпуль сыграл ничью со скромным Шрусбери Тайд. Теперь командам придется встретиться еще раз, чтобы понять, кто же таки достоин выхода в 1/8 турнира. И как вы понимаете, эта встреча пойдет не на пользу Ливерпулю, у которого и так напряженный график предстоящей весной. Да, в АПЛ команда Клоппа практически обеспечила себе первое место и золотые медали, хотя и здесь нельзя быть уверенным на все 100%, ведь это футбол, как говорят топовые эксперты. А вот в Еврокубках Ливерпулю надо отстоять свой титул. В этом турнире каждая ошибка сравни провалу, поэтому к нему нужно готовиться очень тщательно и с большим запасом сил.
Теперь же эти силы придется тратить на переигровку матча с командой из Лиги 1. Понятное дело, что Клопп хотел обыграть ноунеймов вторым составом, но все же он ожидал прыти от соперника и оставил заявки на игру Салаха и Фермина, отказавшись при этом от услуг Ван Дейка и вратаря Алисона Беккера. Клопп доверил фланг 19-летнему Ясеру Ларуси, и тот привез пенальти в ворота Ливерпуля, который четко реализовал соперник на 65-й минуте. Но опять же, его вина была только в том, что он сбил соперника, но при этом в том моменте закрывал ту позицию, которую должен был закрывать Дейн Лаврен. К слову, Лаврен стал антигероем и во втором пропущенном голе Ливерпуля. Именно хорвата без проблем обыграл соперник на поступах штрафной и легко пробил вратаря. Короче говоря, зря команда доверила ему капитанскую повязку в этом матче. Он его полностью провалил. Как я понял, игрок до сих пор не оправился от травмы подколенного сухожилия, которое он получил в начале января. Ну а зачем тогда нужно было ему вообще доверять центр защиты? Вот это непонятное решение Клоппа. В любом случае, за результат отвечает тренер, поэтому давайте заранее не говорить, что все пропало. Впереди еще полсезона, так что будем посмотреть. Ну что ж, на этом у меня все. Ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал, в комментариях пиши, что бы ты хотел увидеть в следующем ролике. И понравился вам этот выпуск или нет. А я с вами ненадолго прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Не скучайте.